догадался, что Нализа выпила. Нет, у меня просто... Мы поздравляем тебя! Мы поздравляем тебя! Да, у нас вся семья, да. Да, друзья, семья. Поздравляем Женю, у нас сколько подарков. Ну-ка посмотрим, один. Посчитай все подарки. А, Москву я сниму. А, Москву я вообще, да. Три. А ты же это снимаешь. Это человек. Четыре. А вон тот. Пять. Пять подарков. Это ж твой любимый. На, вот тебе еще твой любимый цвет тоже. О, что у тебя? Конфеты такие. Пеппа Пиг, а внутри столько конфет. Женя, смотри, как мы на тебя нарядились для тебя. Смотри на Миланину платье. Тебе нравится? Да. Да. Ты готов к празднику? Да. Будем есть торт. Привет. Женя, с днем рождения. Что день рождения? Молодцы, да. Happy birthday. Женя, мы тебя поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы ты рос крепким, умным, чтобы у тебя все в жизни получалось и... Чтобы ты был очень любознательным. Любознательным. Не теряй интерес. Это уже у нас есть интерес в жизни. А то сейчас все узнаешь и все будет скучно. Все потом неинтересно сразу. Рой. Покажи, что это? Рой. Это шоколадные фрукты. Шоколадные фрукты. Да. Это шоколад, чтобы макать туда фрукты. Жень, тебе понравилась сегодня елка? Ты там для более взрослых детей, Саша помогала. Конфеты. Конфеты? Да. Ты можешь задать подарки, мы подарили очень большое. Вкусные были? Попкорни. С днем рождения, Женечка. Желаю тебе счастья. Да, чтобы все время был интерес к жизни. Развиваться. Давай. Расти. Умнеть. И заниматься своим любимым делом, да, Женя? Интерпретация, это... Ага. Женя открывает первый подарок. От кого? От бабы с дедой. Вау, Жень! Это изумрудный город будем строить. Это песок. Песок. Вот такой песок, кинетический. Круто. Он изумрудный. Ты хочешь строить сейчас? Да. На русском языке книжка. О, как классно. Не одна. Ой, твой любимый доктор Айболит, Жень. Супер, Жень. Зайчик и лиса. А теперь зарубежные сказки. Теперь два мои мы открываем. Давай наш потом. Это наш, мы потом. Давай другой. Давай вот этот откроем. От Кристины. От Кристины подарок. Блин, что там написано? Wow. Run free. Написано run free. Ничего себе. Он буквы, знаешь. Это Баба Рима. Так, что там у нас? Что это? С машинками набор какой-то? Что это, Женя? О, Нейт сразу заинтересовался. Женя, Да, это от папы с мамой, Жень. Кто хочет козявочку? Жень, ты знаешь, что это? Это железная дорога. Чагинтон! Смотри! Чагинтон, вот он!
Поезда с Чагинтова. А это от Сахи с Игорем и от Нейта. От Нейта, он сам выбирал. Уже обрадовался, что можно обрадоваться. О, Женя, у тебя щенячий патруль. Ну-ка. Щенячий патруль? Жень, тебе нравится? Помнишь, мы в магазине это видели? И ты сказал, я хочу щенячий патруль. Жень, серьезно такой. Ты предельно занят. Жень, а что ты собираешь? Ты, это щенячий патруль? Ну что получилось? Покажи, как там собачка спускается, Жень. Покажи. Вам даже видно. Ну-ка, запускаем. Запускаем? А ты собака. Давай. Давай собаку ставь сюда. Он потом поднимается. О, там даже лифт есть. Да, он поднимается наверх. И потом он так сюда. Прыгает. А тут станция, да, у них? Понятно. А потом она идет туда. Да, туда. Ну-ка, и в машину туда загружается. О, я даже не поняла. Прикольно. Ну-ка, запускаем. Да. Запускаем. 1, 2, 3. И прям в машину. И потом он едет. Как ты делаешь? Щенячий патруль. Каролина, так ты яичко кушаешь? Ты куда? Она всю засунула в рот. Достань мне. Женя, у меня для тебя 5 сюрпризов. Ты будешь искать? Давай. Женюсь. Вот тебе ведерко, давай, а мы тебе будем помогать. Идем, ищем. Теплей. Ну что показывает? Молодец. Что там? Это мои конфеты. Давай один Нейту дадим, тебе там много их. Конечно, один Нейту. Друг твой. Давай другу. О, молодец. Умница. Остальные ведро складывай. У нас фиолетовая тема. Да. Все фиолетовое. Любимый цвет. Давай, сына. Иди вот теплей, вон туда. Теплей, туда. Теплее. Нет, чуть холоднее. Вон там смотри. Давай, правильно. Теплей. Теплей. О, горячо. Молодец. Ну-ка, что там? Да. О, ух ты, что это? Это порошок? Это у нас лопающиеся конфеты, которые лопаются. Хочешь попробовать? Или страшно? Не страшно. Давайте чуть-чуть, да, на язычок. Готов? И на это чуть-чуть. Сыпется? Ой, так и тебе давай. И теперь их в ротик. В рот. Так, готовы, мальчики, на язычок? Которая стреляет. Да. Ну-ка. Как, Нейт? Женя, понравилось? Еще клади. Еще? Нет, ты сначала ты положи. Так, языком. А? Языку так. Не понравилось. Тебе понравилось, Нейт? Нравится? Нейту нравится, смотри, он лопает. Ну, Нейту все нравится. Корзиночки проверь, Жень. Ничего не видно. Что это? Это были огурцы? Ну-ка, открой все корзинки, открой все. Вы нашли! Ура! Что там? Что это? Стикизы! Ну-ка, давай посмотрим. Положим их сюда. Давай стикизы посмотрим. Какие у тебя стикизы? Давай, смотри, Нейт, смотри такой. Один такой желтый такой. Смотри, Нейт. И смотри, зеленый вот какой. И твой любимый цвет. И твой любимый фиолетовый, конечно же. Одноглазый. И он стоит. В
Так, давай дальше. Сколько у нас там? 4? 20. Опа! Еще один сюрприз. Не знаю. Еще стики же. Такая же. Ух ты! Ура! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Женя. Happy birthday to you. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hip hooray! Ну а теперь сильно-сильно. Загадываю желание. Ой, подожди, стоп. Это не лопнет, Жень, это не лопнет. Большие, большие лопнут.